Всем привет, друзья, всем любителям Counter-Strike, с вами Слэм. Сегодня я хотел бы поговорить о, можно так сказать, не недавно вышедшей игры Counter-Strike Global Offensive. Вышла она в 2012 году, но, собственно, кто еще не сумел поиграть, либо не было у кого возможности приобрести данное чудотворение жанра шутер. Кто-то просто не изменяет старым традициям, таким как 1.6, либо Source, и не желал прощаться со своими 10 долларами, для тех и наступило это время. Итак, поехали. Из чего же, собственно, состоит Counter-Strike GO? Это та же старая Contra, только с улучшенной графикой на обновленном движке Source. Изменены и улучшены старые карты, также добавлены новые. Разработчики также и не поленились и добавили новое оружие, а в арсенале гранат появился коктейль Молотова и электронная граната-приманка. Также нас ждут новые режимы игры, обновленный интерфейс, система матчмейкинга, достижения, таблицы игроков и многое другое. Итак, с теорией все понятно, теперь перейдем к практической части, которую вы так долго ждали. Конечно же, ссылку я кину в описании. Итак, после того, как мы перейдем по данной ссылке, у нас появится такой вот сайт. Мы выбираем вот эту первую ссылку, торрент, и, собственно, спокойно качаем при хорошей скорости. Также мы видим здесь в описании то, что мы будем играть. Сами понимаете как. Вот здесь все понятно описано. Итак, думаю, с этим все понятно. После того, как процесс закачки завершился, у нас появится вот такая вот папка, сейчас вам покажу, с названием нашей игры Counter-Strike Global Offensive версия 1.3.4. Мы ее открываем и, собственно, устанавливаем, как и обычную любую другую игру, нажав на файл Setup. После того, как начнется процесс установки, вот, появится, точнее, когда она уже установится, высветится окно, начнется подгрузка, вот, и высветится кнопка такая патч. Мы ее нажимаем и ждем. Сколько ждать, зависит все от вашего железа. Я ждал минут 20-25. Дольше или меньше, уже повторюсь, что все зависит от вашего компьютера. Еще хочу обратить ваше внимание на такой немаловажный нюанс. Это после того, как игра обновится, точнее она загрузится, у вас, возможно, появится черный экран, и кроме как курсора мыши вы больше ничего не увидите. Вы не пугайтесь, это устраняется очень легко. Для этого достаточно зажать комбинацию клавиш Ctrl-Alt-Delete, после чего вы увидите маленькое окошко и по нему жмем ОК. И, собственно, начнется сам процесс загрузки данной игры. И можно будет играть. Итак, думаю, с этим все понятно. Теперь давайте запустим саму игру и убедимся, что данное чудотворение находит все сервера. Вот, и выберем любой сервер и, собственно, поиграем. Итак, сразу хочу извиниться за качество картинки, так как у меня сверхмощный компьютер, и поэтому пришлось выставлять минимальное разрешение в программе OBS. Итак, собственно, что мы делаем дальше? Дальше мы можем здесь полазить по меню. Собственно, вы сами разберетесь в настройках. Там можно, если у вас слабая машина, как у меня, понизить графические настройки, дабы комфортно было играть. Либо, если у вас мощная машина, повысить их. Ну, там можно выбрать звук 5.1. Ну, собственно, разберетесь. Не буду я долго объяснять, что где почем. В наградах тоже там статистика. Ну, думаю, ладно. Это все понятно. И нам надо основное, как нам поиграть онлайн. Очень просто, выбираем играть, здесь есть такой, как поиск серверов сообщества, вот нажимаем ОК, и как вы видите, нам вот выдает всевозможные сервера, где мы можем поиграть. Ну, я выберу рандомно, давайте, не знаю, сюда попробуем. Ну и, собственно, сейчас начнется загрузки текстур. Вот данная игрушка будет подгружать звуки и прочую всякую графическую ерунду. Итак, собственно, как мы видим, пошла загрузка. Все-таки мой компьютер продуплился. Нажимаем продолжить. И, собственно, выбираем
За кого мы будем? Ну, давайте я выберу спецназ. Теперь ждем, пока завершится бой. И, собственно, мы приступим к нагибанию. Или нас нагнут, либо мы. Ну, все-таки лучше, чтобы мы нагибали. Ну, а пока подождем. Где что-то здесь чувак заблудился. Эй, чувак, пошевелись. Я не шевелюсь, я пошел чай попить, похавать. До взрыва осталось 10 секунд. 4, 2, 1. И бум, 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 вон, чувак. Приятного аппетита. Террористы победили. Итак, начинаем. Итак, тут все как и в старой контре. Бета. Выбираем. Выбираем, выбираем. Пистолеты, пулеметы. Давайте возьмем этот автоматик. Так, экипировку. Вот, ну, собственно, хватит. Итак, погнали. Собственно, на F можно нажать и посмотреть оружие, как у нас выглядит. Ну, собственно, пока мы смотрим. Нас убили, но мы сдаваться не будем. Мы будем нагибать. Counter-Strike, go! Я верю в нашу победу. И прицел, прицел, прицел. Давай, давай. Вот он. Наших мочит. И. И опять мы слили. Это я просто не разыгрался. Итак, все. Хватит шутить. Надо начинать играть. По полной. Да. Gun. Gun. M4. Gun. Give me your gun. Come to Panda. Итак, мы идем. Gun. Hello. Нагибать. Ну, где же вы, ребятки? Так, так, так. Если бы еще не тормозило, было бы вообще замечательно. Я иду нагибать. Не успел ее разминировать. Итак, чуваки, собственно, вот так вот мы играем. Собственно, мне самому непривычно данная менюшка. Третья игра. Третий раз сам играю.
Так что... Как-то так, как-то так. Как-то так и играем. Этот безмозглый чувак бежит. Он кинет сейчас гранату и всех нахрен ослепит. Ну, конечно. Ну, короче, как-то так. Вот. Ну, собственно, на этом все. Не забывайте ставить жирный лайк. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Слэм. Всем удачи.